факт рождения под Рождество величайший ученый сэр Исаак Ньютон считал особым знаком. Несмотря на крайне слабое здоровье, Ньютон прожил 84 года и открыл основополагающие законы Вселенной, заложил основы классической механики, оптики, астрономии. Как глубоко религиозный человек в последние годы жизни, он особенно много времени уделял теологии и богословию. Противоположность благочестию – исповедание атеизма до практики оборачивающегося идолопоклонства. Атеизм столь бессмыслен и отвратителен роду человеческому, что его мало кто исповедует. Случайно ли у всех птиц, зверей и человека правая и левая сторона одинаковы, за исключением внутренности? Случайно ли, что у них всего два глаза и не больше, и расположены они по обе стороны лица? И всего два уха, и расположены они по обе стороны головы? Откуда это единообразие внешних форм, если это не следствие мудрого замысла Творца? Вот почему мы все должны склониться перед единым Богом, бесконечным, вечным, вездесущим, всеведущим, всемогущим, создателем всего сущего, самым мудрым, самым благим и самым святым. Мы должны любить Его, бояться Его, почитать Его, уповать на Него, возносить Ему молитвы, благодарность и хвалу, воспевать Его имя и повиноваться Его заповедям. Исаак Ньютон.